Дорогие соотечественники, друзья, мы собрались сегодня здесь, потому что мы не могли не собраться сегодня здесь. А дело в том, что искусство находится в очень тяжелом состоянии. В таком тяжелом состоянии, в каком, можно сказать, оно не находилось никогда. И мы не могли не собраться здесь, потому что мы не могли поступить со своими принципами. Потому что наши принципы не поступают. Мы не можем от них отступиться, потому что принципы – это то, что на самом деле объединяет нас и вас вместе, делает нас единым организмом, способным изменить, наконец, ситуацию к лучшему. И если мы сейчас не сделаем этого, то это не сделает за нас никто. Нам необходимо изменить ситуацию. Соратники. Друзья, мы обращаемся к вам. Поддержите нас. Поддержите нас, потому что ситуация действительно страшная. Если до этого момента она была просто болезненная, то теперь она стала термоядерно страшной. И вы должны это осознавать, как осознаем это мы. Мы не просто шли к этому решению. Мы долго думали, мы долго обсуждали, мы долго совещались. И в конце концов мы решили, что настал час. Другого не дано. И как настоящие граждане, мы собрались наконец здесь, чтобы сделать это заявление. Потому что дальше так продолжаться не может. Не может все катиться туда, куда оно уже докатилось. Поэтому мы просто вынуждены сделать это заявление. И, пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно и с пониманием. Товарищи, вы понимаете, что без вашей помощи и вашего участия, и вашего сочувствия, и вашего понимания мы уйдем недалеко. А перед нами полный развал. Мы должны куда-то идти. Налево, направо или прямо. Решать вместе нам с вами. Если мы решим пойти вверх или вниз, то здесь уже будем решать мы. Коллеги, вот тяжелую минуту я считаю необходимым дать слово своим коллегам, чтобы они объявили о нашем решении. Это решение далось нам тяжело. Это правда. И мои коллеги могут подтвердить. Мы, скрипя зубами, сидим здесь. Я решил изменить свою жизнь. В жизни человека может наступить момент, когда он начнет видеть привычные вещи в новом свете, по-новому, иначе. Что делать с этим новым зрением? Уехать в Канск. Международный Каннский видеофестиваль. Мой фильм едет в Канск. Августа. Заглушая скрип зубов, мы хотим объявить об открытии 10-го международного Каннского видеофестиваля.
Это решающий поединок. Фестивальная сборная атакует. Режиссеры заходят с правого фланга. Художники с левого. По центру двигается группа кураторов и аналитиков. Внимание! Решающий момент. В воротах ни души. Прорыв. Международный Каннский видеофестиваль. Наконец-то 1-0 в пользу.